Откуп Нейнбулк от беды к богам кельтов. Принесите на перекресток хлеб и молоко. Молоко вылить на дерево или на снег. Хлеб положите, сказать. Боги кельтов, Нейнбулк, откуп от беды, на год примите, хлеб и молоко примите. Если у вас снег, лейте на снег, но лучше всего на ствол дерева. Почему? Кельты тоже боги леса, как и северные боги. У них это даже дрожь такую вызывает, когда льется по дереву. Можете сказать, от какой беды, но это вы даже не знаете, какие беды приходят на Нейнбулк. Это совершенно неожиданно, как просто гром. С неба потрясает, поэтому лучше делать. И у меня это булочки еще с мясом, вернее, с сосисками. Булочка, пирожок, и собака его подберет. С мясом они едят, особенно вечером. Тут они такие заевшиеся, но съедят. Нейнбулк очень серьезными энергиями обладает. И это именно откуп от неприятностей, которые с ним связаны. Нейнбулк очень разорителен, очень. Просто именно он пытается вас разорить изо всех сил, еще и покалечить. И очень много смертей, и все. Люди падают с высоты, и чего только не бывает. И машина в реки улетает. Это очень страшные Нейнбулки. Я давала отдельный обзор, можете посмотреть. Нейнбулк. Я прикреплю ссылку.